Сегодня в этом зале собрались выдающиеся личности, лауреаты Нобелевской премии и члены королевской семьи. Двигайся к сцене, держись левее. Последнее завещание Нобеля. Кто там? Женщина в золотистом платье. Можешь ее описать? Ты ее знаешь? Черт возьми, Аника. Я всего лишь выполняю свою работу. Вся редакция ждет моей статьи. К черту, охота за сенсацией. Два человека уже убиты. Выкладывай, что ты видела. Ты что-нибудь узнала? Я подписала соглашение о неразглашении. Какое к черту неразглашение? Бэнкстон, снимки, мне нужны снимки! Стрельба на церемонии вручения Нобелевской премии. По меньшей мере, пятеро убиты. Сначала полицейские идиоты впустили убийцу в зал, а теперь пытаются прикрыть свои задницы законом о свободе слова. Дорогу. Я не могу ничего с этим сделать. Аника не может написать об этом. Я не могу продолжать. Аника, продолжай расследование. Но... Тебе запретили писать, но не копать дальше. Трое убитых на церемонии вручения премии. Значит, полиция не могла ошибиться? Проверим. Профессиональный убийца проживает в США. Кодовое имя в документах ЦРУ – Китти. Твои показания вывели на ее след. Ты теперь главный свидетель, Аника. Мы ничего о ней не знаем, только то, что она профессионал и абсолютно хладнокровна. Информация от связного в Швеции. Прикрытие слетело, немедленно уходи. Информация о свидетеле. Аника Бэнкстон, Стокгольм. Связались с Бэнкстон. Не берет трубку. Если его люди не получат премии, я умру. Завещание Нобеля священно, но его постоянно пытаются нарушить. Сейчас не время обсуждать это. Завещание. Оно написано больше века назад. Она хочет перенести его в современный контекст. Она уверена, что Нобель бы ее одобрил. Не хотите сходить куда-нибудь? Я замужем. Точнее, у меня есть друг. Все политкорректно. Много работы, вернусь поздно. Женщинам вовсе не обязательно быть компетентными. Получить повышение они могут иначе. Последнее завещание Нобеля. Правда может быть смертельной.